Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды в копилочку. Так, дальше, открыть колоду. Бесплатно, конечно же. Так, и выпадает нам здесь Джастин. Видишь, глаз, пучеглаз. Окей. Так, дальше. Дальше нам нужно пройти серию испытаний. Ну что же, давай. Давай-ка пройдем вот этих вот черепашек, а? Классических. Сейчас мы над ними потешимся. Разнесем в пух и прах. Буквально там с 4-5 ударов. А может быть даже с двух. Потому что если сейчас Армагон сходит, например, да, и Ваня, то они не жильцы. А у нас нет суперударов. Тогда, ребят, не получится. Хотя, подожди. Сейчас проверим, блин. Ну ладно, давай ушатывай здесь. Плюх, плюх получили. Опустошение фокуса нам сделали, прикинь. На тебе. И добивка. Ну что, получается, со скольки? С 5 ударов, потому что каждый нанес по удару, да, ребят. Ну, я-то рассчитывал на массовые атаки, а их у меня не оказалось. Поэтому с 2 плюшек не получилось. Но, тем не менее, серию испытаний прошли. Теперь переходим на нашего кожеголового. Так, где ты? И начинаем искать. А найти нам нужно 11 комиксов, которые довольно проблематично ищутся. 10 9. Так, 9 комиксов осталось. 8 7. Так, слушай-ка, может быть 7. Это получается 6 5 4. Так, 4 4 4. Давай, 3. Ну, пошла тыква, ё-моё. Ну, ё-просто, ну, началось. Все, всю мазу мне начинает портить. Так, по-моему, 2. И последняя, ведь последняя же, да? Да, ребят, последний комикс находим, и все. Есть. До 6 ступени. Мутагена не хватает, все, я понял. Мутаген надо будет копить. Так, а здесь заберем с тобой награды. Поднять уровень персонажа. Ну что, ребят, сегодня у нас испытание Черепашья буря. Именно вот это я и хотел пройти. Именно это я и ждал. Давай-ка я возьму, наверное, Криса Брэдфорда в эту команду. Мне кажется, здесь от него будет намного больше толку, чем от того же самого Зека. Ну что, вот они, наши черепашонки. Поехали. Начинаем с суперудара. Изи. Так, на второй волне у нас Черепашки-ниндзя-фильм. Ну, давай попробуем ударить нашим супер-пупер-лучом. Замечательно. Так, это у нас ролевики. Собственно, персоны. Если я волну, например, запущу. Ты посмотри-ка, не все упали. Замечательно. И двигаемся дальше. А это у нас классические черепашки, поэтому... Давай-ка я, наверное, поставлю доп. Защиту. Рафаэль упадет? Нет, не упал. А если мы сделаем вот так вот, ракетами? Замечательно. И добиваем. Ну что же, я тебе скажу. Отлично, отлично мы здесь прокатили черепашек, но это еще не все. Это еще далеко не все. 60 баксов, ах, какая сладкая, ребята, сумма. А тут 75 жетонов, ну разве не круто? Конечно, круто. Конечно, круто, вот почему мне это событие нравится. Там дают много баксов, тут дают много жетонов. В общем, то, что нам нужно. Поехали. Классический, у нас уже уровень, я смотрю, 70-й. Был до этого 60-й, так что чпок. От постепеночки готов. Рафаэль тоже отдупляется. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас черепашки ролевые. С гранатомета я по ним сейчас тыдыч. Но не упали все. Майки минус. Рафаэльчик минус. Двигаемся дальше. Это у нас оригиналы, собственно, персоны.
С ними тоже, ребята, как можно быстрее нужно разобраться. Крэк, ты мне поможешь или ты не добьешь их? Добил. Причем так легко и он их вздрючил. Ну что, это у нас черепашки видения. Тоже не жильцы. Ну что, 75 жетонов сейчас заберем. Как-никак. И по-моему, все. Тут только 75 жетонов нас интересует. А, ну 15 баксов еще тоже как бы неплохо. Ну что, друзья, последний эпизод, третий. 20 сыра он требует под себя. Ну, поверь мне, оно того стоит. Ну, тут уже 6 волн. Так, это у нас ролевики. И они начинают ходить первыми. Зря ты так, парнишка, делаешь. Ох, зря. Не буди, как говорится, Крэнга, да? В моей команде. Ты серьезно? Ну что же, я тогда сделаю пробивной. Он уже не жилец. Так, переходим с тобой на вторую. Давай попробуем, наверное, вначале ракетами бомбануть. Так, теперь они на себя точно ничего не смогут повесить. Или смогут? Слушай, я не хочу, ребята, испытывать судьбу. Давай-ка мы вначале Майк отсюда уберем. Теперь Лео пробьем. Теперь Рафаэля. И в конце уже Майки. Замечательно. Так, третья волна. Классические черепашки у нас тут. И давай-ка я, наверное, на Шреддере потрачу вот этот вот постепенный отхил. Плюс выпустим маузеров. И добьем пулеметной дробью. Переходим плавненько на четвертую. Здесь у нас оригиналы. Блин, зачем доп. Защита, если у нас она и так стояла? Ну, ё-моё, ну, Рэй, ну нафига ты это сделал? Не посмотрел на наши эти... На наши бафы не посмотрел, ребят. Так, ну что, падаешь? Конечно, падает. И Леонардо готов. Предпоследняя волна у нас пятая. Вот они. Черепашки видения. Я выпускаю здесь волну смертельную. Блин, гранатомет мне нужно оставить, потому что следующие будут у нас черепашки космос, насколько я помню. Космические черепашки, ну-ка. Так, минус, этот тоже минус. И давай вот этого тогда пронзим. Все, ребят. И последняя волна, как я тебе говорил, черепашки из космоса. Ну что, ракетами вначале начнем. Дальше гранатомет. Пробьем, наверное, вот сюда. По Майке. И ракетами добьем Крэнгом. Тыдыч. Все, ребятушки, все. Отдупляются они. Ну и, соответственно, победа за нами. Сейчас мы глянем, что у нас тут за награды. А награда у нас 100 жетонов, 20 долларов. Я считаю, что это очень даже неплохо. Так, и у нас еще, ребята, есть клан Фуд. Вот насчет клан Фуда единственное, что, ребята, не хватает, это... не хватит у нас, наверное, сыра. Чтобы пройти, я имею в виду, полностью все. Первый, второй и третий эпизод. Хотя, давай глянем, может быть, хватит все у нас. Так, Маузер, само собой, первый тут ходит. Так, добиваем этого клан-футовца. А какой уровень? А, у них 70 уровень. В минус. Так, добивай его. И остается Маузер. Замечательно. Идем сразу на вторую. Здесь у нас вот такие ребятули. Хватит уже, наверное, шутковать. Я возьму здесь провокацию на Рафаэля. Сюрикены пошли от Донателло.
И, наверное, слушай, ну не всех добьет, скорее всего. Не всех. Угу, Бакс расстался, его коротит там бедолагу. И переходим на третью волну. Здесь у нас муха, ну, в общем, все вот эти вот злодеи. Все легко и просто. Но, опять же, повторю, что еще такие довольно не сильные здесь были бойцы. А вот на следующей волне, да, будет, по-моему, 80 уровень, если я не ошибаюсь. Придется Донателло нам отменить и идти вот чисто такой командой. Как видишь, 80 уровня наши противники. Тут у нас и быстрая шустрая Карейка, там же у нас и Бакстер Стокман. В общем, злодеи еще те. Так, клан Футовца сразу зарубил Майки. Ну, естественно, Рафаэль с провокацией, он так и должен действовать. А этот поставил на ускорение. Поставил на ускорение. Ну, давай, наверное, вот так сделаем. Так, клан Футовец несчастный. Есть, вырубили мы его. Так, с этими будем тютюкаться или как? Давай, наверное, все-таки возьмем провокацию здесь. От греха подальше. И поехали. Берем сюрики. На самом деле, массовую атаку бы... Ну, давай так сделаем. Окей. И последняя у нас третья волна. Попробуем Шархана наказать. Грубо говоря, он уже не жилец. Если, конечно, Шредер не захиляет, а он может. Так, Карайк смертельный поцелуй. Промахивается. Пробью я, наверное, Шредера все-таки. Шархан одупляется от постепенки. Этот ставит доп. Защиту на свою команду. Ну что же. Карайчик-то вырубим. Окей. Теперь Бакстера. Ну, Бакстер под защитой. Пробивными сейчас попробуем. Проникающим, отлично. И Крис Брэдфорд. Он делает баф, не знаю зачем. Он думает, что это ему поможет, что ли. Но он будет, конечно, контратаку наводить. Но это бесполезняк. Да чтоб тебя, ну. Падать ты будешь сегодня или нет? Есть. Все, ребята, зарубили мы его. Ну что, и у нас остается последний эпизод. Уровень у наших противников будет 90, то есть это уже будет действительно на пределе. Тут уже особо не забалуешь, сам понимаешь. Мы с 80-ми там кое-где могли бы сфейлиться, с 90-ми вообще нужно быть очень аккуратным. Причем и здесь, ребят, вот орда такая, скажем так. Вот они еще будут ходить сейчас первыми, блин. Но тратить на них суперудары, я думаю, что не стоит. Тем более, не забывай, что у нас два хиллера. Единственное, что я возьму, наверное, вот провокацию. Это да, это надо делать. Провокацию и защиту. Вот так вот. Теперь мы, как говорится, под щитом и под танком, который будет сейчас развешивать люлей налево и направо. Всех, кто его обидит. Так, пробьем. Замечательно. Да чтоб тебе. Так, вырубили. Ну и здесь тоже вырубили. Двигаемся дальше. Это у нас вторая волна. Начнем, наверное, с вертушки. Крис, бедолага, сразу отдупляется. Так, а если сюрикенами добьем? Ну, добили только лишь саблезуба. В плане, я не понял, что такое сейчас было? Майки, почему ты не смог пробить его? Что тебе помешало, я не могу понять. Острозуба не смог добить. Странно. Так, здесь я применяю уклонение. Ярость. Ярость Рафа. Муху вырубишь? Нет, не вырубил он с одного удара. Слушай, нам, наверное, нужно будет кем-то залечить нашу команду. И это, скорее всего, будет у нас Майки.
Так, а этот уклонение еще вешает на себя, а? Давай, Майки, лечи команду, короче. А мы начнем. Так, минус. Шархан, получи. Так, он не жилец. Так, меткость нам понизили. Давай-ка мы на носорога этого сейчас прокатим. Да что ты? Ну, так, Рокстеди пал. Доп защита. Поехали. Да какого фига промахиваешься на нем, уклонение не стоит. Почему ты промахнулся-то? Непонятно. Ну, в общем, мы прошли с вами это событие полностью. От корки до корки получили все награды. Единственное, что пофармить не получится. Потому что у нас всего лишь 3 сыра. А нужно 8. Ну что, ребята, а теперь, естественно, идем на арену. Так, на арену. Что у нас здесь по арене выходит? Лига мастеров, 1 звезда, ранг 85. Ранг 85. 16-22. Ну, поехали. Фиг ли тут делать. 67-65. Если я возьму Армагона одного, опять же одного, и с ним взять, ну, вот этих вот более-менее слабых персонажей. Естественно, через Армагона, я надеюсь, отыграется это все. По идее, нужно уволить всех. Блин, кабан. Точнее, Рокстеди, откуда ты сил-то взял, а? Противостоять. Вот жучок. Выстоял, как ты видишь, от удара. Так, нам сегодня нужно, ну я не знаю, в Лигу мастеров 3 звезды, конечно, хотелось бы попасть. А как? Сможем ли мы? Этот вопрос интересный, конечно. Так, Бакстер, подожди. Давай, наверное, возьму так. Шредер 1. Но, в принципе, ребята, если он повесит на всех постепенный урон, на всех, то пройдем. И мне бы этого очень сильно хотелось, чтобы он все это так сделал. Замечательно. Все у него получилось. Ну, ты сам видел, да? Как они упали от постепенки, естественно. Ну, а мы продвигаемся дальше. С 69-й позиции мы перемещаемся на... В плане. С 69-й на 64-й всего 5 ступенек. Вы издеваетесь, что ли, сейчас? Но это, ребят, конечно, вообще мизер. Просто мизер, а не мизер. Мне дали перепрыгнуть. Это издевательство самое настоящее. 5 ступенек. Молодцы. За что такое наказание? За что так мало-то? Так, Майки. Майки, Пит, вы в своем уме, ребята? Выеживайтесь тут, а? Кого вы тут, извини меня, батон крошите? Все, ребят, идеальная победа. Да выпендривались. Но, тем не менее, Пит и этот рванули. И сделали нам по атаке. Ну что, мы перемещаемся на 54 место. Так, мы уже видели 17-23. Я хочу получить, нифига там, такой рейн. Заросший рейн. Возьмем вот так вот, наверное. Вот такую команду. Естественно, все суточки, кроме Рокзара. Но я думаю, что его здесь тоже хватит. 80 уровень против 74-х зайдет топово. Причем уничтожая Криса. Четко. Так, ураганчик. И добивка. Есть контакт. Донателло уничтожил Донателло. Причем одинаково. Бывает. Бывает, ребят. Ну, двигаемся далее.
Была 54-я, становится 43-я. Двигаемся медленно, но уверенно. Так, давай-ка мы опять попробуем найти 17-23. Возьму, наверное, Крэнга и Лео. Крэнг, Лео и вот этих вот троих. Поехали. Так, интересно, кто здесь первый будет, Крэнг или Лео ходить? Крэнг все-таки, да? Значит, Крэнг опережает Леонардо по инициативе. Будем знать. Все, тут мы разобрались. Хорошо, когда есть топовые бойцы, да, которые могут прикрыть более-менее слабых наших бойцов. А так бы, я не знаю, как вот пришлось бы кочеврижиться. Ну что, 35-е? 31-е даже, вот так. 17-23. Усаги и кожеголовый. Раз, два, три. Три. Ну, понятно, что Усаги здесь будет ходить первым. А вот кожеголовый. Ты видел, как он бежит? Вот иногда просто на некоторые детали обращаешь внимание. Кожеголовый бежит как, я не знаю, как угорелый. Тю-т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 ю
Ну, а потому что у него прокачан суперскилл полностью, ребят. Так что, несмотря на то, что он не сотого уровня, он наносит офигенный урон, своим именно скиллом. Ну что, 21-я позиция. 21-я позиция, то есть уже, грубо говоря, мы одной ногой в Лиге Сёгунов две звезды. Точнее, какие Сёгуны? Там мастера Сёгуны, нифига себе. Сёгуны — это уже прошлый век. Сейчас чисто... чисто уже мастер-класс идет. Так, давай-ка мы, наверное, вырубим... Попробуем вырубить сплинтера. Угу, не тут-то было. А если так сделать? А еще вот так. Они замедлены, ребята, они энергию не успевают накопить. На тебе. Все. Кабанчик лег отдохнуть. Ну и по делам ему. Так, ну что, ребята, какая там? 11-я? 9-я? 17-23. И беру я, наверное, Армагона плюс Супер Шреддера. Раз, два, три. Армагон и Супер Шреддер. Погнали. Ну и все. Проще парень репы оказалось. Ну, ребят, ну правильно, а тут Армагон и Супер Шреддер, что ты хотел? Это топовая элита. И вот мы наконец-то в Лиге Мастеров две звезды. Попробовать надо как-то до трех звезд добраться, но это будет... это будет, наверное, ребята, очень сложно. Так, Армагон, опять же Супер Шреддер. Ну и поехали. Хотя бойцов у нас еще на самом деле много. И шанс, если мы берем даже, например, по... по сколько мы обычно? По 2, да? По 2 отката у нас в данный момент там 40... Ну, 5 возьмем. Делим пополам. Это получается 20... Ну, 22, да? 22 поединка мы сможем здесь пройти. А 22 поединка, если брать, грубо говоря, по 10 ступенек, это уже... целая лига. То есть мы выходим с тобой на Лигу Мастеров «Одна звезда». Смело. Но это если приучить, что будет 10 ступенек. Каждый раз. Не меньше. Больше это хорошо, но меньше это уже... как бы нам все равно хватит. Но лучше, чтобы еще на запас что-то осталось. Потому что сегодня только лишь пятница. А ты не забывай, пятница, суббота. Суббота и воскресенье. Так, а у нас что получается по рабочим дням? Давай-ка посчитаем. Завтра у нас рабочий день. У меня, точнее. А это будет суббота и воскресенье. То есть в понедельник выходной. В понедельник выходной у меня, да, выходит? Окей. В понедельник выходной. Не знаю, там пойду на тренировку или нет. Сегодня, например, сходил.
Поэтому, ребят, не успел я записать побольше видосиков. Всего лишь там 2 или 3 вышло. На тренировочку сходил, что-то такой вялый, усталый, пришел, поел. Думал, может, лечки морнуть. Но нет, думаю, сейчас сяду. И снял видосик для второго канала по нашим кроликам. Боевой кролик. Правда, серия до этой не получилась, ребята. Она не записалась, а сохранился только звук. Поэтому одна локация, а именно арсенал, она выбыла. Ну, я думаю, что вы там поймете, все разберетесь. Ничего там страшного, ничего такого существенного вы там не пропустили. Что арсенал, что канализация, они практически похожи были. Увидите там, что к чему. И, конечно же, стрей, продолжение нашего котика, тоже сегодня было. Когда видосик выложится, я не знаю, я уже их заливаю, но судя по тому, сколько у нас заливается на YouTube, это расширение 2К, извините меня, ребят, сутки, а то и двое заливается. Я не знаю, с чем это все связано, но долго. Но в ближайшее время, я думаю, что они выйдут. Так, ну а на выходном, как обычно, ребят, все по стандарту. Первый выходной на Android пойдет, второй выходной, опять же, на ПК. Так, ну что тут у нас? Голодранцы стоят. Ну давай, получите и распишитесь. Сегодня еще хотел Tower Conquest поиграть. Сегодня хотел еще Юрский задеть. Но, видимо, не получится, потому что, ребята, уже 12 часов ночи. Без двух минут на моих часах. Вот так вот. Как бы надо уже ложиться в баньки. Отдыхать. Слушай, ну, по-моему, мы все-таки успеем добрать, не добрать, а дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Все идет именно к этому. Так, Армагон. Раз, два, три. Погнали. Так, ну что, шипы и валун. Окей, тут все тоже у нас, ребята, нормально получилось. Двигаемся дальше. С 56-й, ну давай 48-ю. 47-я даже, отлично. Так, 17-24, это уже высшие у нас, получается, награды, это высшие кубки, ну и высшие, соответственно, уровни. Ну, так как Армагон и Шреддер, плевать мы хотели на их невысокий уровень. Будем проходить. Так, что еще? По ХКР-ке первой части, ребята, по первой части я прокачал практически полностью раллийное авто. В ближайшее время, скорее всего, на следующих выходных, естественно, запилякаем серию. Вот, по ХКР-ке 2, я не знаю, ребята, мало у меня времени, я не успеваю поиграть, скорее всего, не пройду я в лигу. По поводу растения против зомби, герои, тоже что-то, ребята, не успеваю. Я вот как пошел на тренировки, все, ребята, я как размазня. То есть у меня получается работа, если я раньше после работы мог сидеть, ну и как бы играть, снимать видосики, то сейчас получается, что я иду на тренировку, прихожу с нее, я просто как разбитая корыта. Очень сильно уставший. Как бы даже нету настроения и желания что-то записывать. Поваляться, вот, полежать. Такой вот апатия. Плюс еще вечная духота вот эта вот, которая просто вымораживает меня из себя. Но, тем не менее, будем что-то делать. Потихоньку, полегоньку. Бывает такое, ребят, период времени, оно, я не могу сказать, что перегорел. Можно сказать, знаешь, как застой. Вот как вот тренируешься, когда долго-долго-долго, и у тебя бац, останавливается прогресс. Все, и что бы ты ни делал, у тебя ничего не идет. Вот здесь то же самое получается, как бы. Вроде бы идей и желания много. Я, например, все никак не могу найти стрим и перейти. Мне бы, наверное, я думаю, было бы на них попроще, особенно проходить такие игры на ПК. Намного проще, да? Ну, а с другой стороны, ё-моё, это, все это подготавливать, фиг его знает, все позабыл. И как-то времени нету все это разбираться. Элементарная лень. Элементарная лень. В отпуске бы, если бы был, конечно, было бы все намного проще.
времени много, занимаешься чем хочешь, как хочешь. Спать можно, ложиться поздно и тому подобное. В рабочие, в будни, как говорится, ну, совсем не то. Нет никакого желания там с чем-то разбираться. Где-то там елозить, что-то там искать. Так, ну что, ребят, нам остается совсем четко. Буквально, наверное, поединок другой, и все, и мы перейдем уже с вами в мастер 3 звезды. А если возьму, например, Армаглона и Усаги, как думаешь, прокатит такая фишка? Ну, то есть они... Раньше же мы так и делали, у нас был Усаги с Армагоном вместе, и мы бомбили. А до этих всех персонажей мы, знаешь, кем играли? Леонардо, Майки, Рафаэль у меня был танком. Вот такими персонажами мы проходили эти все арены. Я серьезно тебе говорю. Посмотри, где-то серии, наверное, 150-ю, а может быть даже 200-ю. Там как раз вот эти вот все самые начальные персонажи. Так, это что у нас такое еще тут пошло? Давай нормально, мне не надо дурковать. Ага, какая? Восьмая. Восьмая позиция. Так, здесь Майки. Ну что, я надеюсь, что мой Супер Шреддер все-таки успеет наказать Микеланджело, иначе будет неприятно. Неприятность эту мы переживем, верно? Погнали. Ну, отлично. Он сразу падает. Если он постепенный урон получает, ребята, он сразу падает. Это я уже заметил в 100-тысячный раз. Вот сколько смотрим, вот он как-то... Вот если он не получает постепенный урон на себя, вот это уже будет плохо. Там у него два варианта. Либо отхилять свою команду, либо повесить уклонение. Так, ну что, 98-я позиция у нас здесь. Остается совсем чуть-чуть, как ты видишь. Совсем капелька. Бойцов тоже осталось совсем немножко. Ну, то есть мы где-то возьмем, может быть, 70-е, 60-е место. Вот такие вот у меня предварительные, ребят, расчеты. Так, погнали. Шиповка. И добивка. Замечательно. Так, ну что же, остается, сколько там, наверное, 3 или 4 поединка, но не более, не более того. С 98 на 89, да? На 87. 17, 24, нифига себе, Иван, Иван, сосиска, ё-моё, Иван Сосисыч. Ладно, шутки в сторону, Сосисыч, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три. Что, 4 поединка еще, что ли? Нет, чем больше поединков, тем лучше для меня. Я ничего не говорю, ребят. Хоба, на всех упал постепенный урон. Один там уже шлепнулся на задницу. Ну и остальные тоже вслед за ним, как говорится, поскакали. Идеальная победа. Другого и быть не могло. Ну что, я хочу, наверное, ну, 70-60 меня бы вполне, ребята, устроило. Позиция, а лучше полтинник. Это было бы вообще круто. А если я возьму, например, Бакстера Стокмана и вот так. Армагон-то, понятно, ходит первым. А Бакстер успеет переплюнуть наших противников? Тут еще Карайка, ага, видишь, что делает? Вот так вот, ребята, Карайчик-то ходит первая. Несмотря на то, что, ребята, у нее не сотый уровень, а 79-й, она переплевывает и Бакстера, и, соответственно, Армагона. Даже Шреддер, ребята, и то ходил первым. Бакстер потом уже сделал свои движения. То есть, если этого Шреддера прокачать на сотку, он будет, наверное, ну, одним из первых ходить. Вот такая вот дилемма. Ну что, 65-я? 64-я. Шикарно. А значит, все-таки полтинник мы получим.
А если я возьму Ваньку, например, и Супер Шреддер. Ну а что тут сравнить? Тут, понятное дело, Супер Шреддер будет ходить первым. После него уже будет ходить Ванька. Скорее всего, вот так. Ну что у нас тут? Кирби. Так, какая разница, кто у нас тут? Мы их пронзаем. И добил. Ага. Значит, все-таки Карайка ходит, а потом уже Ваня. Понял. То есть у Карайки инициатива, ну это вот на ее уровне, на 70-м. Или на 80-м. То есть если ее прокачать на сутки, она будет как как Микеланджело ходить. Первое. Ну что, ребята, 53-я позиция, я считаю, что это круто. Завтра попробую уже добраться до топового места, до единички. Так, а теперь кожеголовый, хватит нам? Хватит. 91 уровень. И здесь, блин, а здесь у нас не хватает, к сожалению, ему прокачать скилл. Мутаген. Маловато мутагена. Так, у нас еще есть немножко пиццы, поэтому кожеголовый, мы же тебе нашли все, да? Следующего, кого мы хотели прокачивать, это... Не прокачивать, а докачивать. Это, по-моему, крысиный король, да? Был у нас. Ага, у крысиного короля уже все прокачано. Так, интересный вопрос. А кто у нас тогда? Сплинтер? Блин, а чё... А чё... Кого мы тогда будем прокачивать? Эй! Карайку, наверное. Да ладно, вы издеваетесь, у меня абсолютно все прокачано на 6. Я сам от себя в шоке. Нейтрализатор, значит, да? Когда я это все успел прокачать? Ребят, я даже сам не помню этого. Тигриный, так, полимеризатор, змея, карай, паукус. А у паукуса что там? Все, тоже ништяк. Так, ну что, тогда получается змея, карай... Ее навыки придется прокачивать нам. Поехали, давай искать. Так, силовые ячейки окрэнгов. Раз. Вторая, так, с ячейками нормуль. Так, 6 катушек с пленкой. Раз. 2. Все, пицца кончилась, к сожалению. Ну что же, кончилось и кончилось. А я, друзья мои, буду тоже закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!